Всем привет! Сегодня у нас будет Лего Зомби Апокалипсис, четвертая часть. Самый маленький у нас будет, такая самоделочка, только что я сделал. Я-то думал, что это будет конец, но я думал, что я решил сделать. Типа, почему бы и нет? Ну, я не знаю, мне захотелось. Сейчас выйдет еще какая-нибудь самоделочка на эту тему, а это, так сказать, мини. Хотя не, на эту тему сегодня больше не выйдет, но я думаю, что будет выходить как-нибудь на Лего Зомби Апокалипсис самоделки. Приступим, собственно, к нашей самоделке. Она находится на такой пластине. Я не знаю, сейчас посчитаю. Пластина 6 на 8. Короче, маленькая очень, я думаю. Собственно, это мини-самоделочка. Вот такая вот маленькая, всего два человечка. Как вы можете увидеть, здесь такой вот военный, который убивает зомби. Да, вот зомби такой. Ну, обычный. Так. Здесь вот находится такой вот обломок стены. Сейчас его... Здесь еще вот такая вот обломочек лежит. Тоже обломок. Здесь вот такой вот гарпун. Да, вот, собственно, наша вот такая вот сломанная стена. Старая, да, такая вот стенка. Вот здесь вот всякие поломы. Это просто, ну, руины в каком-то городе находятся. Это остатки там от дома. Вот такой вот военный, мини-фигурка военного с таким пистолетом. Я думаю, вы уже увидели, это было. У меня такие мини-фигурки часто встречаются. Ну, зомби вы тоже видели. Ну вот. Собственно, что про нее сказать, больше нечего. Давайте я вам вот так вот сверху покажу. С боков. Ой, как он упал. Так, вот такая вот самоделочка у нас маленькая. Ставьте лайки, пожалуйста. Или дизлайки. Но что хотите, ставьте. Мне важно ваше мнение. Как вы вообще думаете о возвращении зомби-апокалипсиса? Я думаю, что это довольно-таки хорошая тема, интересная. На ютубе очень много всяких ютуберов снимают. Коллеги самоделки на зомби-апокалипсис. Ну, я думаю, что я тоже могу снимать. Ну, пишите в комментариях, как вы об этом думаете. Всем пока. Ставьте лайки.